певица Вика Цыганова намерена принять участие в реалити-шоу «Дом-2». Впрочем, звезда сразу заявила, что строить свою любовь на проекте не собирается, так как счастлива замужем. Она преследует совсем иные цели. Осенью Цыганова отпразднует юбилей 55 лет. Однако, по мнению певицы, на пенсию ей пока рано. Кроме того, Цыганова хочет поучаствовать в шоу «Дом-2». «Роман с молодым красавцем я там крутить не планирую, потому что мужу не изменяю», заявила певица на фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске, который в эти дни завершается в Белоруссии. «Наоборот, буду говорить участникам о семейных ценностях, рассказывать о православной культуре». Цыганова уверена, что ей не только удастся подружиться с главной звездой телепроекта Ольгой Бузовой, но и помочь одинокой девушке найти суженого. Не исключено, что под влиянием новой наставницы Бузовой придется сменить имидж. «Она всегда так странно одевается, потому что хочет привлечь к себе внимание», – отметила Цыганова. «Иногда хочется таких людей утешить, прижать к себе. Уверена, мы найдем общий язык».